решил я, пока есть место на карточке, все-таки раскрутить корпус и хотя бы посадить плату на герметик и на нержавеющие винты, хотя бы один винтик открутить, чтобы убедиться в том, что у меня крепеж есть, потому что если нет, то надо будет завтра купить его. И здесь длины отвертки мне многовато. Нужна бита покороче, а у меня биты покороче такой нету. Поэтому я либо сейчас воспользуюсь ключиком, да, специальным, наинботовским. Можно разложить на две половинки, но для этого придется вытаскивать провода вот из этой шины. Я этого делать не хочу. Из этой шины я тоже вытаскивать провода не хочу. Не хочу, потому что это не нужно. Поэтому я возьму... Опа, до свидания, всего доброго. Поэтому я возьму вот этот наймботовский ключик, да, и спокойненько им сейчас все откручу. В первую очередь, конечно, мне бы открутить плату, но я пока откручу вот эти защитные панели, которые прикрывают светодиодную ленту. Как видите, даже без электрической отвертки с хорошим ключиком очень удобно все делать. А этот ключик очень удобный, наинботовский. Берем, стягиваем, дальше там. Опа, ой. Очень удобный. Открутили так. Хоп, 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 хоп. Эти все винтики также обязательно поменять на нержавеющие. И хотелось бы, чтобы они сразу с завода уже были нержавеющими. Ну, потому что, друзья, зачем-то на мотор колесо вы же ставите их, делаете нержавеющими. Значит, понимаете, что мы и по лужам катаем, и по соли катаем. Давайте уже как-то будем более продуманно подходить к этому. Там это колечко держится чуть-чуть на герметике, да? Вот я здесь его снял, и вы видите, что под ним подкрывается светодиодная лента. Эту светодиодную ленту как бы тоже можно будет ремовской изолентой покрыть потом. И по периметру, я думаю, можно спокойно мазануть герметиком, так, чтобы вода сюда тоже не попадала. Снизу можно, конечно, дренажное отверстие сделать, чтобы она вытекала. Вот как бы. А так, чтобы не попадала, надо герметиком посадить на герметик. Вот у меня винтики. Продолжаем откручивать. Все это делаем так, на коленке. Можно это пока, кстати, не откручивать. Я открутил эту. Наживить. Там она держится на герметике снизу. Это я уже завтра буду делать. Хочу сделать сегодня максимально возможное, что получится, потому что уже почти 9 часов. Все, я это подтяну. Этим ключиком удобно работать, да. Так, и дальше мне нужны вот эти винты. Мне нужно точно такие же винты завтра заказать, только уже нержавеющие. Сейчас я проверю их на магните. Вот я беру винты, которые были, держали светодиодные ленточки, да, соответственно, их нету, вот они все прилипли. Это винты, к сожалению, все помойку, не для колеса. Вот я проверяю этот винт. Также, может быть, там шайба, конечно, держится. Вот беру шайбу отдельно, и вот шайба, отдельный винт. Да, сами видите. Самый ответственный механизм прикручен на безобразные винты и безобразные шайбы. То есть мне нужны вот такие шайбы и вот такие винтики. И определенное количество их нужно. Это я сейчас все откручу, и завтра можно будет
Или завтра, когда уже винтики возьму. Сейчас я посмотрю, что у меня есть. Возможно, вот эти винты я завтра докуплю. Шайбы у меня должны быть, чтобы уже сразу все собрать как положено. Забыл я, что такие винты есть. С тех пор, как я занимаюсь со своими колесами, я уже понакупил себе нержавеющего крепежа приличное количество, но каждый раз его все равно не хватает. И что-то нужно новое покупать. Вот с такой головочкой коротеньких у меня нету совсем. Есть, но их мало. Вот они. Причем они длиннее, чем нужно. То есть мне надо покороче. Винты эти у меня есть. Вот такие. Они чуточку длиннее. Чуточку длиннее. Вот на такие нержавеющие надо поменять. Шайбочки. Сейчас посмотрю. Шайбы у меня нержавеющие большие. Нужно докупить средние. Вот такие большие не подходят. Нужно именно вот такие подкупить. Потому что они именно притягивают с собой. То есть все. Моя разборка уперлась сейчас в отсутствие винтов. Мне нужны винты поменьше. То есть маленькие вот такие. И шайбочки нужны поменьше. Я вот это положу в кармашек. И куплю за завтрашнему дню вот такой нержавеющий винтик. Он просто без потай головки. С потай головкой-то у меня есть. Коротенький, я их для педалек купил. А таких нету. Таких нету. Вот надо докупить. Отлично. Так, это все возвращаем на места. Итого, шайбочек надо затариться и винтиков. И сколько их там? Смотрим. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 винтов и 8 шайбочек. Ну и по периметру то, что у нас идут винты, это обычные под потайную головку. Это все понятно. Сейчас, может быть, я что сделаю? Я откручу плату, нанесу герметик. И по периметру притяну винтиками, которые у меня есть нержавеющие. Или посажу на штатные, а завтра поменяю на нержавеющие. Или лучше сразу все завтра собрать. Вот думаю. Думаю. Вдруг я начну откручивать, и мне чего-то еще не хватит. Наверное, надо открутить и посмотреть. Так. Получается, как в советском фитиле, там, где людям выдают ключи от квартир. Сначала завод делает замки, потом людям дают от этих замков ключи, они проезжают в квартиры и меняют эти замки на другие замки. Типа и план сделали по замкам, и все. Все хорошо, все премии получили, а все замки в помойку. Только, друзья, чтобы вот эти штуки в помойку не отправлялись, вы сразу нержавеющие ставьте, пожалуйста. Но это же немыслимо, столько винтов и, блин, никуда не годится. Ну, неужели вы думаете, что люди будут ездить только по сухому в этом? Вы же хотите, чтобы росли продажи? Вы же хотите, чтобы люди покупали колеса? Ну, так делайте нормальные колеса. Хватит делать ерунду. Игрушки за 100 тысяч никому не нужны. Нам нужны лошадки, транспортные средства персональные, которые можно эксплуатировать в любую погоду, в любое время года. А то вы, продажи, мы все сделали, мы хорошо сделали, продажи не идут, мы сейчас прекратим это производить. Вы идиоты. Сделайте так, чтобы это было нужно. Смысл человеку покупать эту игрушку за 100 тысяч рублей, проехаться по луже, потом, чтобы она сломалась, он за ремонт отдал еще 30 тысяч рублей. Да нафиг она нужна, простите меня.
Все в основном так и делают. Люди даже не доводят. А что можно ездить по лужам? А что можно ездить зимой? А что можно еще когда-то ездить? А что вообще можно не ездить на другом транспорте? Все тоже на резьбовом фиксаторе здесь сидит. Здесь обязательно. Здесь надо либо гровер, либо резьбовой фиксатор. Здесь однозначно. Это часто откручиваться не будет, поэтому сюда можно. Но я, скорее всего, поставлю здесь все на герметик, чтобы точно это все не открутилось. Сейчас напоминаю, я откручиваю основной радиатор материнской платы контроллера. Вот снутри он прикручен на ржавеющие винты. Это ужас, это кошмар. Все вы хаете Гатвей, у Гатвея ни одного ржавеющего винтика я не нашел. Заткнитесь, блин, и не говорите ерунды. Люди, по крайней мере, хоть не зря свои деньги получают. Все, укатился. И нашелся. Так, ну что, радиатор у нас откручен. Дальше что мы делаем? Ой-ушки, ой-ушки, ой-ушки. Смотрите, что у нас происходит. Ой, как здорово. Ой, как классно. А почему мне кажется, что здесь должна быть резинка по периметру? Вот смотрите, друзья, здесь есть периметр. Да, вот здесь лежит резинка, да? Вот здесь лежит резинка. А здесь добрый китаец забыл мне резинку положить. Вам не стыдно, а? Вам не стыдно? Ой, господи, прости. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, моя задача сейчас вот по этой резинке, которая вокруг контроллера, нанести герметик и все это приложить на место, чтобы ни одна капелька воды из арки не могла проникнуть на плату. Ну, конечно, меня убило, хоп, резинки нету. Надо старое колесо разобрать, посмотреть. Ну, там логично, там же есть фаска под резинку. Там же есть фасочка под резиночку. Место под резинку есть. Правда, у Гатвея тоже есть место под второе крепление ручки, но его же нет. Итак, плата у нас выпадает туда. Опа! Плата у нас выпала. С той стороны по периметру сейчас на резинку я нанесу герметик силиконовый. И притяну это все на винтики. А завтра поменяю эти винтики на нержавеющие. Все просто. Все просто. Главное аккуратно с платой. Я не откручиваю это, не хочу лишний раз тревожить. Поэтому я сейчас прямо отсюда пальчиком. Так, надеюсь, запись идет. Ни в коем случае так же не делайте, да? Так. Да, уважаемые мотоциклисты, конечно, не щадите вы народ. Ведь кто-то специально заказывает такие мотоциклы с таким звуком. Здесь я просто делаю фасочку, знаете, как плинтус в доме. Достаточно тонюсенького слоя, но я хочу, чтобы там слой был такой, чтобы через него ни одна зараза к моей плате не подобралась. В данном случае лучше перебдеть. Если у вас горело хоть одно колесо, вы меня поймете. Если бы мое колесо сгорело, не так обидно бы было. А так сгорело мое колесо, которое я еще другу продал. Это вообще ужасно. Не должно такого быть, в принципе.
Итак, здесь у нас все в толстом слое герметика. В толстом слое. Сейчас я переверну это все, чтобы убедиться, что слой герметика действительно толстый. И что сейчас, когда я буду собирать это все, он будет везде. Размажется везде. Сейчас тряпочку возьму, чтобы пальчик вытереть. Так, на записи осталось минуток 10-15. Так, ну было бы на самом деле неплохо, если бы на другую часть радиатора я тоже нанес бы герметик. Почему и зачем? Я вам сейчас объясню. Чтобы вибрация, которая передается, допустим, на алюминиевый, вот на этот корпус, сейчас я опущу, чтобы было видно. Она гасилась. Поэтому я сейчас здесь просто нанесу точечно. Просто точечно сейчас нанесу. Вот так вот. Раз. Просто чтобы не было вибрации. Даже если вдруг что-то попробует открутиться, чтобы вибрации не было. Я надеюсь, вам видно. Так, дальше вставляем. Сейчас, прежде чем вставлять, надо убедиться, что вся резинка, которая идет по периметру, она покрыта герметиком. Надеюсь, вам это видно. Везде есть герметик, и поэтому спокойно можно прикручивать. Спокойно можно прикручивать. Все, это я поставил. Переворачиваем. Ну, аккуратно, чтобы не отлетели у нас фонари. И сейчас надо притянуть так, чтобы оно хорошо встало. Притягивать буду еще на штатные винтики. А завтра уже поставлю. Вот видите, эти винты шайбами притягивают радиатор алюминиевый к плате. Так, здесь я прошел, здесь я прошел, здесь я прошел. За ночь он нормально встанет. И завтра от того, что я потревожу его, ничего такого плохого не случится. Завтра я просто эти винты с этими шайбами поменяю на нержавеющие. Все просто. А благодаря тому, что я нанес все на герметик, даже если я все это откручу, все равно радиатор никуда не денется, а будет приклеен. Я надеюсь, вам видно. Закручивать такие тонкие вещи рекомендую, конечно, вручную. Чтобы ни в коем случае там не сорвать ничего. Руки у нас имеют тонкую настройку, по крайней мере. Ну, у кого имеют, да. Сейчас прикручу. Чтобы стало плотно, надо прикрутить на все. Почему? Потому что я капли герметика добавил. Если я сейчас прикручу не на все, герметик может встать. И завтра у меня не получится хорошенечко притянуть ее уже. Поэтому сейчас надо притянуть так, как будто я уже все финалочку сделал. И завтра я просто эти ржавеющие винты поменяю на нержавеющие. И посажу также на герметиках, чтобы они никуда не делись. И сверху еще замажу герметиком, чтобы они даже сверху открутиться не могли. Этим ключом очень удобно крутить. Единственное, что мне казалось, раньше у него ручка приятно была. Сейчас она какая-то дубовая, а раньше она прям там софт-тач пластик, что ли, был.
Я закручиваю, прямо герметик вылезает у нас из-под этих. Из-под радиатора. Один винт я не поставил, потому что он у меня сейчас лежит в кармане как образец. Вот видите, отсюда герметик, хоп, поперся. Если бы я не прикрутился, не прикрутил, он бы встал у меня в итоге. И завтра была бы проблема. Осталась бы щель. Сейчас я возьму винтик, который у меня есть. Шайбочкой, которая у меня есть. Заодно проверю, подходит ли такая шайбочка, которая больше по диаметру и по радиусу. Нет, она точно не подходит. А прикрутить надо. Прикрутить надо. Не подходит, она слишком широкая. Найдем поменьше. Вот, есть поменьше шайбочки. Слушай, по-моему, они как раз те, которые мне нужны. Очень похоже. Очень похоже. Значит, шайбочки мне уже покупать не надо. Вот, шайбочки уже не надо покупать. И сейчас посажу сразу здесь на нержавеющий винтик. Как должно быть с завода. А завтра возьму винтики поменьше. Потому что это длинный, я сажаю сейчас на десятку по длине. А там должна стоять восьмерка. Десятка, если я буду закручивать ее до конца, она выдавит колодец. То есть она не сможет притянуть. Потому что с той стороны глухие отверстия. Они не как на супексе. И поэтому, если я буду тянуть сильно очень, вот здесь с этой стороны, я просто продавлю ее. Вот сейчас в самом маловажном месте, вот там, я поставил десятку. Десятка там великовата, туда надо ставить восьмерку. Восьмерку. Сейчас я пытаюсь притянуть. Я очень боюсь, что здесь вот этот стакан выдавится. Вот он уже волной пошел. Смотрите. Вот видите? Уже выпирает. Видите, здесь все нормально, а здесь выпирает. Надо остановиться, выкрутить и обкусить его. Просто откусить. Все просто выкручиваем и откусываем кусачками, и все. Все просто. Или прикручиваем, запотай головочку на маленькую, чтобы было все хорошо. Обязательно. Сюда маленькие винтики. Сюда не подходят. Десятки сюда не подходят. Десятка сюда не подходит. Это хорошо, что я сейчас все это раскрутил. Спотай головкой сюда тоже не подойдет. Хотя нужно только притянуть. Да, спотай головкой нормально. Вот, потай головку пока поставлю. Просто чтобы притянуть, чтобы встал герметик. Итак, друзья, вот здесь у нас еще один тип винтов с круглой башкой, которые прикручивают радиатор. Все нормально, я сейчас притяну на него. Он уже ничего не выдавит. Все, я прямо все чувствую, как он хорошо встал. И здесь у нас, вот сейчас я покажу. Вот здесь то, что выдавил винтик, то выдавил, но не лопнуло. Вот здесь ровно, видите, глухие отверстия. Аккуратно. Сюда восьмерочки только ставить надо. Десяточка сюда не подходит. Вот так вот. Ну все, завтра куплю винтиков. Можно будет поменять все эти ржавеющие на нержавеющие. Раз. Два. Надо хорошенечко подтянуть, чтобы все стало как надо. И даже если, мало ли, по какой-то причине эти винты испарятся, чтобы эта плата осталась висеть у нас на герметике.
Ну и дополнительная прочность. И вибрации, естественно, у нас уберутся. Все, друзья, на сегодня точно все. Вот единственное, что я, пожалуй, еще вот при вас делаю, пока камера пишет, это я вот перекрою этот слой. Вот, видите, радиатора. Я просто перекрою его стык герметиком. Ну, просто, чтобы там грязь не скапливалась. Просто, чтобы не скапливалась грязь. Вот и все. Радиатор здесь изумительный, грязь в нем не собирается. Просто отличный радиатор. Отличный. Все, спасибо, что смотрели. Завтра продолжим. Лишнее уберем только. Лишнее. Пальчиком спокойно убираем и на тряпочку. И на тряпочку.